что ли. Да. И новые, и старые домики здесь. Здесь, смотрите, тракторов сколько. Какие хочешь трактора. Да, здесь тоже вон какие старые домики стоят. Что это за деревушка? Швайнхаузен. Ага, Швайнхаузен. Короче, непонятно, да? А, Швайнхаузен. Понятно. Тоже такое гористое место, обалдеть. Да, летом-то нормально, а зимой вот как люди ездят. Туговато, приходится пешком ходить. Мотоциклистов сегодня тоже много. Погода хорошая, прям на мотоцикле кататься вообще супер. И не жарко, и не холодно. Так что вот, время это генисаем, да? Смотрите, какие улочки здесь. Деревня, деревня. Да, конечно, вот кто в больших городах живет и все. Если в такие деревни, в такую природу приезжать отдыхать, это такой отпуск классный получится. Нихткут спереди. Очень много облаков. Ну, посмотрим, Саш, по погоде. Вот так на гору заезжают. Еле-еле едет. Едем мы немножко по серпантинам. Саш, не гони сильно. Я буду снимать дорогу немножко. На великах тоже очень-очень много ездят сегодня. О, дядька выдохся уже. Какие гуси? Это не гуси, страусы. Рассмешила Сашу. Ой, капец. Я думала, это гуси. У меня темные очки одеты сдалека. Думаю, нифига себе, это гуси. Вот спят бараны. Так поржали сейчас Саша. Вот это я гусей увидал. Ой, не могу. А у меня солнечные очки одеты. А я такая резко голову повернула. Думаю, не гуси зажратые какие. Ну ладно. Посмеялись, дальше поехали. Зато не скучно. Да, со мной не соскучишься. Но... Смотрите, церковь какая. Ну да, можно остановиться здесь, походить где-нибудь. Прямо тут где-нибудь. Остановились мы вот тут вот, возле церкви. Хотим пойти прогуляться. Находимся мы сейчас в Эттингхайм. Это Эттингхайм. Сам не увидал. Но я думаю, что да. Там есть на остановке Бюхерай, библиотека. Кто хочет почитать, там книжки. Шкаф висит с книжками. Здесь вот такая церковь у них. Пойду догоняю Сашу. Хотим немножко походить, посмотреть их достопримечательности.
Смотрите, какие двери у них здесь. Ух, какие деревянные. А, да ты меня слышишь, болтаешь, идешь со мной. А я думала, я иду, сама собой болтаю. Он смеется, отвечает мне. Смотри, какие мотоциклы там. Видал? Напротив. Маску одевать надо, ну да, кля. Смотри, напротив витрина, какие мотоциклы. Пойдем, подойдем, посмотрим. О, церковь застучала. О, какие. Смотри, какой. Чудо какой. Угу. Ну. Это мотоцикл еще из этих, знаешь, от 90-х. С 90-х. Саша, приколист. Ну, адидасовская. Хвосты-то и тебе. Да. Лиси, да? Хвосты-то. Да. Ну чё, куда пойдем? Погода вообще классная, да? Погулять. Вот такой у меня смартик был. Только у меня черный был и серебряная полоса. Но это кабриолет. У меня не был кабриолет. Здесь у кого-то такой вагончик стоит прикольный. Дерево, смотрите, распускается. Вилла, дача это. Вон дом такой здоровый. Не знаю, живут, не живут. Наверное, живут все-таки, но что-то интересная какая-то вилла. О, телефон, смотри. Тебя никто не слышит. Да, что ты мне поешь, слышу. Давай позвоним куда-нибудь. Здесь такой шкафчик с книжками. Я не стала подходить снимать. Там женщина стоит, читает. Видимо, чтобы домой книжки не брать, она здесь стоит, почитает и назад их ложит. Ух, церковь застучала как. Да. Интересная деревушка здесь. Тоже ездят на мотоцикле, катаются. Смотрите, какие цветочки, цветочки. Какая красота. Все, Саша, я сажусь. Давай, сижу. Куда побежал? Я за тобой слежу. Ну что, Саш, дальше поедем, может? Ты где? А, вот он. Поедем, посмотрим, что дальше. Что там? Родник? Бежит водичка. Ну, из-за короны никуда нельзя. Смотрите. Родничок бежит. Ну чё? Здесь люди прямо во дворе церкви живут, да? Ух, как здесь интересно. Угу. Это чё за памятник такой? Ерунда какая-то. Пойдём. Интересно. Саша говорит, кто-то палки поставил, бетоном посередине залил, шильд поставил. Все, кунстлер. Где воду набирает? А, точно, смотрите, в бутыли. Вон сколько фляжек. Да? Мужик носит фляжки. А женщина набирает воду.
Ну чё? Дальше едем. Ну, поехали. Остановились немножко, прогулялись. Вон мотоциклисты едут. Столько мотоциклистов сегодня, потому что погода классная, да? Ездить на мотоцикле. Тоже проезжаем через какую-то деревушку. Мюнхенвайлера. Я что-то прочитала. Но... Мотоциклисты стоят, отдыхают. Ой, сколько там мотоциклистов тоже ходит. Везде кучкуются, кучкуются. Как всегда. Не, я не люблю ездить вот так, если много мотоциклов. Macht mir weniger Spaß. Я люблю, когда мы одни ездим. Спокойно, не торопишься никуда, ни за кем не гонишься, не догоняешь, не отстаешь. И... Да, захотел, остановился, захотел, поехал. А если ты уже с напарниками ездишь в куче, группой, значит, надо какие-то знаки подавать, что давайте остановимся или заедем, кому заправляться, кому в туалет, кому еще что-нибудь. Я не буду говорить, что Саша мне тут говорит. Саша, я дома послушаю, вдруг тебя слышно. Оставлю, посмеетесь вместе со мной. Здесь тоже речушка бежит, вон, слева. Кебаб, пиццерия, Дюнер Стар. Мама мия, какой вербунг здесь. Ух, интересная какая улочка, смотри. Да, красиво как. Смотрите, на подоконниках куклы сидят. Да, можно походить здесь, погулять в самом центре. Красота. Сейчас здесь погуляем. Смотрите, подходим к одному дому, кукольному. Не знаю, что это за дом, но сейчас, когда заезжали, я его увидела. Саша говорит, давай, давай. Смотрите, здесь и клоуны, и петушки, и хрюшки, и чего тут только нет. Вот такая красота. Сколько кукол понасажали. А? Красиво, да, как? Ой, сидит. Ручки, почетики. Смотрите. Надо же, кто на что горазд. Вот люди оформляют. Но так красиво ходить, вот это все рассматривать. На каждом подоконнике почти кукла сидит. Красиво. Здесь речушка бежит. Смотрите. Водичка прозрачная, прозрачная. Красиво очень. Такой переулок. Ходить вдоль речки. Чё, Саш? Смотрите. Вперед, так вперед, идем вперед. Шел, ушел, устал. Сел, да. Отдохнул дальше. Стульчик разложил, сел, отдохнул. Слушай, какой хорошо вандеровать ходить. По лесу идешь, идешь, да, или в гору куда-нибудь. Устал? И отдохнуть можно, посидеть. Припарковались мы здесь. Навигашку ты забрал, да? Ну все, идем дальше. Смотреть их достопримечательности города. Как скучно. Все кафешки, все закрыто. Смотрите.
Деревья уже распускаются. Смотрите, какие листики красивые. Клумба какая с тюльпанчиками. Красивая. Тюльпаны, да, как распустились? Здесь фонтан. Водичка бежит. Барашки. Хрюшка. Смотрите, какая водичка. Давай я сяду. Прикольно. Надо было каски одеть и сесть. А? Каски одеть и сесть. Ну да. Да, пойдем сейчас купим. Да, пойдем сейчас купим. А потом сюда пойдем гулять? Ну пойдем. Решили мы мороженое пойти купить. Сидеть не. Нет, я заходить не буду. Пойдем купим мороженое и пойдем погуляем. Сидеть нельзя. Кушать. Ну сейчас посмотрю. Мороженое купил? А я вот, как всегда, с ложечкой взяла мороженое. Не могу без ложечки кушать. Пойдем мороженое покушаем, посидим спокойно, а потом пойдем погуляем, да? Здесь посидим? Ну, пойдем. Покушали мы мороженое. Идем. Куда идем, Саш? Подожди. Куда глаза глядят. Смотри, какой дом. Аптека. Аптека, ну. Какой старый-старый дом. Старый-старый. Пойдем сюда сейчас. Угу. Ворота 783 года. Обалдеть, да? О, здесь тоже продается. Вон пиццерия, пицца, кебаб, салаты. Можно зайти покушать. О, представьте, вот раньше вот так вот на лошадях тут ездили, а мы сейчас тут пешком ходим. Ну. Вон, коров, смотри, поили. С этого фонтана. Фонтана, ну.